Всем привет, друзья, это канал Масалим. В работе у нас Kia Rio. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Задняя арка у нас готова. Показываю, что у нас получается. Этим максимально обрабатываем поверхность. Толщина материала достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем, пока это все подсохнет, чтобы собрать подкрылку, установить колесо. Но пока ждем, мы пообщались с автовладельцем и предложили ему проклеить штатные подкрылки таким вот шумовибропоглотителем. Это уже мембранная шумоизоляция, толщина ее 7 мм. Владелец согласился, поэтому пока работаем с пластиком. Ну и вкратце покажу, как работает данный полимер на примере колокольчика. Видите, справа от меня голый, также не слева обработан. Сами можете слышать разницу в обработке после. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!